Здравствуйте, с вами Иван Трейн. Сегодня протестируем Desert Eagle Blue Crystal. Модификация обычного Desert Eagle. У него более красивый окрас голубой. И, ну, кристальный такой, голубой кристалл. И на пару патронов побольше. Так-то это абсолютно то же самое. Даже мощности, смотри, как они прибавили. Но это очень дорогое удовольствие. Покупать такое оружие, все-таки 980 до без хлеба не выходит. Не, ну сами посудите. Я вот лично, чтобы их заработать, играю, ну хотя бы дня два. Да и то это если по много часов, а так-то часа 4 может. О, не часа 4, а 4 дня вам нужно, чтобы заработать на этот пистолет, не играя слишком много и вредя своему здоровью. Ну что ж, продолжим. Емкость... А нет, смотрите-ка. Я забыл... Простите, я забылся просто. Только что вот с Диглкама играл и сказал, что он 2 патрона больше. Нет, простите, я немножко ошибся. И у него объем обойма такой, 35 патронов. Даже патронов такое же количество, как и у обычного Дигла. Ну что ж, давайте сейчас так просто с ним поиграем. Без лишних комментариев. Естественно, мы потом сменим карту. Осталось не так уж и много, всего 2 минуты. Точно в цель. Так держать.
сменим карту. Опять-таки. Служить ответ, да-да. Так, вот и я. Кого-нибудь и убьем. Относительно неплохое оружие, но проще играть с обычным Desert Eagle. Всем удачи, пока!